Итак, всех приветствую на моем канале, и это новый влог. Сегодня мы с мамой и Ритой едем в Москву, едем с ночевкой на 2 дня. Выезжаем мы через 1,5 часа, за эти 1,5 часа мне надо успеть собрать вещи, немного прибраться в комнате, позавтракать и, в принципе, все. А так я уже накрасилась, оделась. Приятного просмотра. Погнали. Вот. Джина, ты чего плачешь? С собой я беру вот эту сумку и рюкзак, в котором будут лежать все основные вещи. С сумкой я буду ходить, гулять, кататься, ездить и так далее. В рюкзак я уже положила переодевочные вещи, осталось собрать косметичку. Ну и, в принципе, я готова. Вот такую сумочку я беру. Здесь у меня лежит моя косметика, умывалка. Вот теперь надо как-то сюда уместить. У меня, кстати, не уместился мироместин, которым я обрабатываю прокол. О! Поместилось. Тогда получается все, я собрана. Айпад еще куда-то надо положить. Вот это вот, конечно, проблема. Оп! Айпад тоже уместился, супер. В сумке у меня лежит все самое необходимое. Это паспорт, зарядка, пауэрбанк, жвачка. Пробник духов, наушники, блеск. Ну и, в принципе, все. Осталось надеть украшения. Я хочу сегодня надеть вот эту. С собой беру еще кофту теплую на всякий случай, если мы пойдем вечером гулять, чтобы не замерзнуть. А так я поеду вот в этой вот курточке. Нереальная богиня, соска нереалка. Давайте спустимся со мной вниз, позавтракаем. Ну и, в принципе, у меня будет свободное время. Что я буду делать? Буду петь песни. Молоко, которое я добавила в хлопья, оказалось кислым. Джина остается дома. Вот таким вот мы баб составом выдвигаемся в Москву, в столицу России, к Вовочке Путину. Впереди нас ждет 4-часовая дорога. Пожелайте нам удачи, веселья, хорошего настроения. Кафе. Я заказала себе куриный бульон. Дальше едем. О, продолжение? Я готова. Во, прикол. Мы подходим к нашей гостинице. Вот она. Где? Вот. Вот это вот. Видно. Погода, слушайте, хорошо. Вот я с голым животом хожу, и мне нормально. И мне нормально.
Поэтому все прекрасно. Мы, значит, пришли в номер, но нам не понравилось, идем менять. Итак, наконец-то нас заселили в наш номер. Сейчас я проведу вам по нему рум-тур. Он очень маленький, хоть он рассчитан на 3 человек, но тут не протиснуться, а тут как будто номер на одного. Вот наш 104 номер, вот мы заходим, тут Марго, сразу я, и вот она, наша маленькая комнатка. Здесь одноместная двухэтажная кровать, здесь двухместная. Проходим, окошечко, телевизор, опять я. Вешалки, и вот здесь можно подняться на кровать 2-го этажа. Дальше давайте пройдем в ванну. Здесь у нас мамочка, душевая кабина, зеркало. Так, ну это не раз. Сейчас мы немножко отдохнем и пойдем гулять по вечерней Москве. Мы приехали в центр. Будем кататься сейчас на самокатах. Мы пришли в номер, у меня немного потрепанный вид. Но мы очень классно погуляли, покатались на самокатах почти час. Погуляли по центру, объездили весь центр Москвы. Уставшая, но счастливая. Еще я поела московскую шаурму. Супер. И этой шаурмой я испачкала свои джинсы. Это просто фейл года. Посмотрите. Вот на это посмотрите. И вот на это. А еще моим кроссовкам жопа. Погуляла во всем белом. Сейчас пойду в душ, смою макияж и потихоньку буду укладываться спать, потому что времени уже достаточно много. Завтра не менее насыщенный день. Все узнаете дальше. Вот, поэтому смотрите. Всем доброе утро, я уже собралась. Сейчас мы с Ритой сдаем номер и едем в парк развлечений «Остров мечты». В этом парке мы уже были в августе 2021 года. Это крытый парк аттракционов, абсолютно разных аттракционов, очень интересных, веселых, экстремальных и так далее. С Ритой мы сейчас собираемся, сдаем номер, бежим в метро, едем до парка развлечений. Там завтракаем и катаемся на горках. К тому времени мама тоже уже приедет в этот парк, поэтому мы втроем будем ловить экстрим. На улице очень холодная погода, идет дождь. Мы с вещами идем, относим в машину, едем на метро. Мы уже подходим, и я поняла, что надеть белые джинсы — это было моей главной ошибкой сегодняшнего дня, потому что сзади они уже все в черных каплях. Мы пришли в ресторан, в итальянский, заказали себе пиццу и по лимонадику. Это у нас будет завтрак. Нельзя брать ни камеры, ни телефоны, ни вообще ничего.
Поэтому я так вам со стороны буду показывать, что здесь вообще происходит. И мы сейчас идем на этот бешеный поезд. Итак, первое впечатление. Ну, проорались, ну хорошо. Жалко, камеры нельзя брать, это, конечно, обидно. Но это того стоит, ребята, приходите сюда и берите обязательно билет фаст. Вы видели, да? Сейчас мы пойдем куда? Стеклянный лабиринт. Зеркальный. Мама божья, как идти-то? Я потерялась. Блин. Всем привет. Это выход? Да. Наконец-то. Мы сейчас идем вот сюда. Она сыгует. Она сыгует на эту борзу. А мы по фаст-билету идем быстренько. Время уже 4 часа. Мы такие уже уставшие, немножко побитые. Здесь почти на всех аттракционах покатались, осталось совсем чуть-чуть. Но мы тут еще пару-тройку часов будем. Время почти 6 часов. Очень устали по нашему виду, наверное, это видно. Сейчас еще скатимся пару раз на горках и поедем уже сначала за машиной. Это примерно час. А потом уже на машине едем домой в Ярославль. 6 часов в этом парке прошли не зря, девочки. Девочки очень сильно устали. Все, мы идем сейчас ужинать. Последний раз. День прошел не зря. Смотрите, вот такой милый стаканчик взяла. Макдональдс, который закрыли. Ура, мы пришли к машине. Сели. УЗИ. О, хорошо. Это что, дом? Боже, я дома! Ну что, время 12 ночи, мы приехали домой. Очень уставшие. У меня жутко болят ноги. Сейчас пойду в душ и сразу же спать, потому что силы просто на исходе. Думаю, что пора завершать этот влог. Надеюсь, вам он понравился. Спасибо, что досмотрели до конца. Я вас люблю, целую, обнимаю. До новых встреч!